Парк прекрасная игра. Я даже пробовал играть в старой версии. Ой, в новой версии Зоопарка, он не такой интересный уже был. На компе я пробовал, но вроде бы на первой PlayStation я играл как раз-таки в охерительный Zem Hospital. Вот это он был вообще офигенский. Бе-би-бабу-би-пу-пу-пи-пу-па-пу-па. Так, будем где строить? В России будем строить. А у меня нет таки столько денег. У меня есть только 200 тысяч. А, ну вот. А как? А, тут, короче, надо построить все. Вот в чем была загадка. Я уже даже не помню. А, во. Ох, Бен! Дорожки погнали строить. И пошел. Стандартные дорожки по всему парку. Ох ты, бля, прошу прощения. Потом удалим. Не, ну у него прям залипать и залипать можно было. Что? Нет. Как? Да. А как? А, во. Так. Так, а как строить? О, бля. А, указатели. Так. А, во! Тьфу, блин. Так, карусели, давай. Да, пока сюда ебанем. Так, ты кто такой? Будешь развлекать. Ебаш. Так, похавать. Давай кафешку здесь поставим. Так, а это кто? Это что такое? Нам очереди не нужны. Так. Он где-то эту кафешку поставил. Мороженку.
и вот этого утю. Так, погнали строить. Так, открыть же надо. Во, тюбы. Деньги-то должны зарабатываться. Так, погнали. У меня есть подозрение, что что-то я не так делаю. Вот. Так. Ну уже раз так поставили. Мы сейчас здесь наебеним. Бля, для красоты наебеним деревьев. Вот таких вот красивых, пиздец. Так, а где дорожки-то у нас? Как дорожки-то? О. Так, люди, развлекайтесь. Все, я вам все сделал. А все жрать, да, сразу побежали? А на каруселях никто не хочет покататься? Бля, вам надо закрыть туда путь. Они тут не носились, блядь, по моему парку. О! Денежка зарабатывается. Так. Лишние цветочки можно тоже убирать, прикольно. Попиздюхал. Давай отсюда. Угу. Деревья так и быть убирать не буду. Я тут что-то переборщил, мальца.
Идите на аттракционах катайтесь, нехуй тут, блядь. Зря я так сделал, да? Ладно, пусть ходит. О, катаются. Это я что-то раздухарился. Когда молодец шурует. Да, прекрасная игра. До сих пор, блядь, интересно, я уже. Я уже такой, ага, будем строить. Так, что у нас там еще? Ну, пока не густо. А, надо просто больше строить кафешек. Здесь кафешку надо поставить. Да ёб твою мать. Вот так вот. А здесь аттракцион поставим. Да я не понимаю, что в смысле? Ладно, короче. Сложновато. Мальца. Да не, прыгают, веселятся, все нормально. Только деньгами нихуя не зарабатываются. Ладно, короче, вот как-то так.